Kirschkresse. В этом здании когда-то был гастроном, 40 лет назад. И я здесь обедал, на первом этаже. А сейчас торговый центр. Вот как все меняется. Вот. Вот такие вот дела. А теперь здесь огромный торговый центр. Торговый центр. Дрезденский театр оперы и балета. А слева от меня знаменитая Дрезденская картинная галерея. Ну, отойду подальше, будет лучше видно.
А пока она все равно на реставрации. Исторический центр Дрездена. Вот мы на террасе Дрезденской галереи. Здесь идет реконструкция. Вот. Идет большая-большая реконструкция. Внутренний дворик. Не вижу. Внутренний дворик. Пражская улица. Прагенштрассе. Альтернатива Арбата Московского или Одесская Дерибасовская. Thank you.
Редди Бергер, где цены на пиво. Даже перед там покушаем, а потом поедем в наш парк с вами, Ваня, перед. Сколько ты говоришь, что Бергер бутылка? Да ищите, я не знаю. Это до евро. Раньше было 1,5 марки. Слушай, не вспоминай, что было. Вот, она была одна из самых дорогих. Реди Бергер. Да? О, марка 68, или евро 65, нет? Это не Реди Бергер. Нет, это не Реди Бергер. Реди Бергер. Реди Бергер пивс. Вот. Да, марка 65 евро. А. Я думаю, можешь купить малым какао. Ну я же какао хочу, но только не какао надо. Ну, видишь, мы сейчас, может, какао, в экспрессе нет, наверное. Сейчас. Ну, конечно, нет, смотришь. Потому что я вот не вижу. Вот надо взять какао, 3,29. Вот эта банка, она большая. Вот. Конечно, это вкусно. Это как фикс-фриш, только какао, дринк. Nächste Haltestelle Budapester Straße. Übergang zum Regionalverkehr. Nächste Haltestelle S-Bahnhof Freiberger Straße, World Trade Center. Nächste Haltestelle, Öderaner Straße. Машины на улице в вечернее время. Бары, да, заполняют.